Жители Голицына ждали открытия медицинской клиники. Приятно вдвойне, что события приурочили к Новому году. Здесь открыто терапевтическое и педиатрическое отделение. Кабинет функциональной диагностики, работает стационар. Теперь жители не только Голицына, но и ближайших дачных кооперативов могут круглосуточно получить высококвалифицированную медицинскую помощь. Это, безусловно, является большим подспорьем для городского поселения Голицына. И это большой подарок для жителей Голицына, для жителей Зеленой Рощи, что перед Новым годом открылся такой, скажем, медицинский центр, и у нас появились две машины скорой помощи. Это будет очень удобно в первую очередь и для жителей Зеленой Рощи, но и я думаю, что мы будем, наши жители Голицына будут пользоваться и услугами этого медицинского центра. Поэтому я хотел только поздравить всех тех, кто принимал в этом участие, и поздравить с наступающим Новым годом. И всем самое главное – здоровья, здоровья и здоровья. Клиника медпомощи расположена на территории поселка Зеленая Роща. В планах расширять спектр медицинских услуг. В скором времени здесь откроется травмпункт, хирургическое отделение, рентген-кабинет. Местные жители могут быть спокойны, медицинская помощь придет в любое время дня и ночи. В данной клинике существуют основные структурные подразделения. Это амбулаторный прием врачей узкой специализации, основных направлений, терапия, педиатрия. Это скорая и неотложная медицинская помощь, это полный спектр лабораторной диагностики, работающий на первичную медико-санитарную помощь, и кабинеты функциональной диагностики, опять же, на первичную медико-санитарную помощь. Это электрокардиография, УЗИ и круглосуточный мониторинг по холтеру, ЭКГ и артериального давление. В медицинском центре есть лаборатория. Здесь можно сделать практически все клинические исследования. В самые короткие сроки установить диагноз и приступить к лечению. Наша клиническая лаборатория может выполнять целый спектр анализов. Это и гематологические исследования, и биохимические, анализы гемостаза. Планируется в эксплуатацию в ближайшие дни иммуноферментного анализатора, то есть все анализы на иммунный статус, на антитела, гормоны, все это будет нам присутствовать в нашей работе. Дальше планируется у нас открытие ПЦР-лаборатории, лаборатории бактериологических анализов, ну и будем расширять дальнейший спектр по возможности. Клиника медпомощи уже сегодня обслуживает население от Кубинки до Лесного городка, а это порядка 18 тысяч человек. В летний период эта цифра вырастет в несколько раз, но медперсонал центра к этому готов. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».